безстрашних чоловіків, про спорт, в якому є жорсткість, є кров, але немає жорстокості. Спорт, який поєднує у собі декілька різних видів єдиноборства. Єдиноборство, як ви знаєте, це практично завжди ціла філософія, такий мультидисциплінарний, так би мовити, вид і мультифілософський, можливо, вид. Ось про нього ми сьогодні говоримо із президентом його федерації. Я радий вам представити Олега Рошкевича, президента Федерації ММА України, президента Федерації змішаних, значить, єдиноборств. Я думаю, що всі знають уже, як розшифровується ця абревіатура Mixed Martial Arts, але хочу при цьому підкреслити, що ми говоримо сьогодні про федерацію, яка називається так, за такими шаблонами колишніми, любительською, тобто аматорською. Хоча зараз грань між аматорським і професіональним спортом в різних видах потрошку стирається, але от на сьогоднішній день маємо федерацію, яка, власне, визнана державою, визнана на державному рівні, федерація ММА, яка, якщо вона визнана державою, значить, говорять про неї, що вона федерація, що вона аматорська. Пане Олеже, дякую, що прийшли. І перше, якраз питання от в цьому контексті, що в ММА, наскільки ця грань між аматорським спортом і професіональним спортом, розуміючи, що на турнірах, які організовує ваша федерація, виступають люди, яких можна вважати професіоналами в показових боях. Що скажете про цю грань між в ММА, між аматорським і професіональним спортом? Ну, вона точно така ж, я вважаю, як і в будь-якому іншому виді єдиноборств. Взяти професіональний бокс і любительський бокс. Непосвященному человеку кажется, что большой разницы нет. Там и там одни и те же правила, одни и те же удары, но подготовка бойцов и сам поединок строятся совершенно другим способом. Поэтому аматорский вид спорта, он такой же любительский, как и все остальные виды спорта. Там совершенно другая формула боя, и поэтому за этот короткий промежуток времени спортсмену нужно успеть показать все, что он умеет, и победить. Набагато больше, чем да, в профессионалах. Да. Угу. Потому что профессионалы дерутся более длительный промежуток времени, подготавливаются именно под конкретного соперника, его слабые стороны изучают, отрабатывают специальные комбинации, специальную защитную технику против именно этого спортсмена. А у аматоров это мультиподготовка. Любой спортсмен в любом состоянии может против него выйти, ему надо побеждать. Да, цікава дуже історія. От на чемпіонатах України, які ми також мали честь транслювати на експорт, бійці 4-5 боїв проводять за день, ті, хто доходять до фіналів, а може більше, виправити. Це достатньо солідне навантаження насправді, особливо ММА, навіть це навіть не бокс, це мені здається, що значно жорсткіше. Да, на самом деле очень плотный график проведения турнира. Он состоит из двух дней, как обычно у нас, да. Или одним днем проходит, в зависимости от уровня соревнования. И в некоторых весовых категориях очень большая конкуренция. Поэтому бои приведения, да, могут и 5 поединков у спортсменов быть. Но, как правило, эти поединки по одному раунду. Поэтому в одном раунде они должны доказать и показать себя уже и выйти в дальнейший этап. Устают, но мы делаем паузы между каждым этапом. И спортсмен, в принципе, имея достаточно хорошую физическую подготовку, успевает восстанавливаться. Угу. Естественно, финалы, между финалами и основными мероприятиями пауза намного больше. Ну от аматорські змішані єдиноборства, ну самі змішані єдиноборства ММА як вид спорту так відносно нещодавно з'явився. От ми ще перед ефіром говорили з паном Олегом про його колишню спортивну кар'єру. Він починав як боксер, і тоді в ті часи, і навіть у мої часи, коли там я усвідомлено пам'ятав і починав стежити за боксом в такому підлітковому, за різними видами спорту в такому підлітковому віці, то ММА ну, не було як такого чогось зрозумілого. Був бокс, були там, коли в перестройку, там карате, да, такі драчки всякі, були те, що було популярне. ММА повноцінно з'явився на такій світовій арені з офіційними змаганнями, з чемпіонатами, з професіональними турнірами от спочатку 90-х.
А тим більше аматорський підвид або дисципліна іще пізніше. Наскільки зараз міцно і стоїте на ногах ви, і наскільки багато народу приходить в зали, да, приходить в школи під ваше крило, так би мовити, під вашу федерацію? Наскільки це взагалі солідно? І чи конкуруєте ви з професіоналами, врешті-решт? Професіоналами в нашому віді? Так, да, звичайно. Ну, федерация молодая, как вы сказали правильно. Наша федерация получила статус вида спорта в 2013 году только. Три роки. Но это не значит, что федерация не существовала. Она была, и до этого просто как вид спорта она признана не была. Мы развивали этот вид единоборства, оттачивали правила и остальные, то есть показатели, которые требуются для регистрации спорта. И вот и к 2013 году вышли на то, чтобы получить статус спорта. Обычно этот период занимает в официальном поле порядка 3 лет. С момента подачи заявки до момента принятия вида спорта. Не менее 3 лет проходит, потому что есть процедуры определенные. На основании этих процедур потом определенные заседания определенных организаций происходят. И там после этого принимается решение о том, что присвоят вид спорта. Вы швидше прошли? Нет, мы по стандартной процедуре проходили и вот получили вид спорта. Ну, на самом деле, швидче не можно, потому что есть правила, есть порядок, его нарушать нельзя, и поэтому, соответственно, все подчиняемся этим правилам порядку. Что касается популяризации, ну вот маленький факт. Вчера мы были в одном из залов одного из ассоциированных с нами клуба. Ну, только в одном этом клубе порядка 200 человек тренируются. 200? 200 человек в одном клубе. Таких в Киеве. Ага. Таких в Киеве клубов несколько у нас, таких знаковых клубов. Угу. От 100 до 200, ну от 50 может вот так вот. То есть их очень много. Плюс есть клубы, которые с нами еще не ассоциированы. Угу. Там ряд других федераций, которые тоже имеют статус спорта, но они тяготеют к нам и время от времени принимают участие в наших мероприятиях. Поэтому я думаю, что на сегодняшний момент, вот по моим прикидкам, кстати, будет аттестация и бойцов, и ID-логирование в нашей системе. Их мы будем записывать время, когда они, сколько занимаются, ну, все параметры бойца. Его послужной список, сколько время уже занимается нашим видом. И там будет известна более-менее точная картина. Но по моим данным, на территории Украины, наверное, от 3 до 5 тысяч спортсменов активно занимаются именно разделом ММА. Конкурируем ли мы с профессионалами? Мы не просто конкурируем. Это ребята, которые вышли из нашей среды, добились уже мастерства уровня такого, что на любительском поле, в принципе, уже им не интересно просто находиться. И они ищут себя в новой ипостаси, это в профессиональной. Естественно, они передают опыт и другому поколению, как правило, это выходцы из клубов, которые сами открывают свои спортзалы под эгидой того же клуба или свой клуб организовывают и уже готовятся сами как профессиональные спортсмены. У нас целая система существует, и она по всей Украине действует. Ребята регулярно, те, которые победили на чемпионате Украины, на Кубке Украины, европейские прошли турниры, мировые турниры, они уже где-то в рейтинге, в Шерлоке уже дерутся в Китае, в России, в Молдове, в Польше. Вот в Америке предстоит матчевая встреча большая, нас там пригласили, пока время не установлено еще. То есть везде, практически везде, где проходят эти мероприятия, наши бойцы участвуют и успешно участвуют. У ребят там по 2 пояса в каких-то странах, там, ну, такие серьезные очень поединки. И наши ребята, мало того, популярны в тех странах. У них уже есть свои поклонники, зрители даже вот так. Слухайте, а от може людина, яка потрапилась в Шерлок, в рейтинг, яка має статус професіонала, вона може, наскільки цей, якщо закінчити тему аматорів і професіоналів, наскільки цей перехід в професіонала, він такий невідворотний, там, як, не знаю, навіть в фігурному катанні, наприклад, раніше було, там, чи в боксі в тому самому, да? Це ж складно повернутися.
Ну, вы видите сейчас тенденция во всем мире, да, привлечение профессиональных спортсменов обратно для зрелищности в любительский спорт происходит. Да. В этом году мировая федерация ВММА, возглавляемая Фельдштейном Вадимом, тоже объявила о том, что с этого года ценз на профессиональных бойцов на аматорских соревнованиях снят. Ну, я думаю, так это в качестве эксперимента сделали, для того, чтобы более зрелищными были мероприятия, которые проходят под эгидой федерации. Но я думаю, что это долго не будет происходить, потому что сами бойцы не всегда хотят повернуться. Да. Они уже нашли себя в профессиональном спорте, и драться с аматорами, просто показывать, что он еще существует, как боец. Ну, им завоевывать такую славу не нужно, она у них есть, она как шлейф за ними идет, потому что они где-то побеждают, где-то участвуют. Но это добавило небольшой остроты перчинки в мероприятии, даже на территории Украины, на кубке, на чемпионате Украины. Мы потом приняли мудрое решение всех ребят, хотя они допущены все были, но сделать им отдельный раздел. Суперкубок Украины, где все суперзвезды будут участвовать. Такая вот интрижку, заранее предскажу ее, запущу ее. Там будут все ребята, которые между собой в какое-то время недовыяснили отношения. Несколько бойцов в весе, которые не все с друг другом подрались и не знают, до сих пор не решили, кто же из них самый-самый-самый в Украине. Эта интрига сохранится среди бойцов. Они все вот изъявили желание поучаствовать в таком мероприятии. И даже мы летом договорились с властями о том, что они будут поддерживать. И вот этот кубок, такой красивый, большой, мы проведем. У нас, кстати, наш почетный президент Артур Палатный. Знаете, да? У вас хороший покровитель. Да, да, да. Он вчера поздравлял ребят с достойным вторым местом. Вернемся к этому еще вопросу на чемпионате Европы. И мы с ним тоже договорились о том, что они с точки зрения комитета спорта, ну, поддержат это мероприятие как, будем так говорить, знаковое в мире ММА Украины. Хочется все-таки увидеть, кто в каком весе является действительно фаворитом в Украине. Слухайте, суперкубок, це виходить, що переможці аматори проти професіоналів, чи тільки професіонали між собою? Там і будуть і аматори, які вже завоювали, вже стали чемпіонами України, або призерами Кубка України, чемпіонами, ну, призерами Кубка. Эти бойцы будут. И те, которые не участвовали ввиду того, чтобы поле для новых бойцов на турнире не было закрыто. Вот я вспоминаю времена советские, когда в чемпионате Советского Союза одни и те же лица участвовали. Много лет. И сборная Советского Союза состояла там 10 лет практически там, из одних и тех же людей. Не было ротации. Поэтому вид спорта начал терять свою привлекательность. Не было вот этого лифта для спортсменов, которые могли бы дальше двигаться. Мы изначально сказали, что у нас такого не будет, мы всем даем дорогу. И помимо этого, с нами ассоциирована профессиональная лига. Это ММА ПРО. Геннадий Мурашковский, он вице-президент Федерации ММА и президент этой профессиональной лиги. Туда спортсмены замечательным образом переходят, и там организовываются для них очень зрелищные, красивые турниры. Я вам скажу, в Каменск-Подольском в этом году дронами снимали мероприятие. Вы, наверное, видели, да? Мы показывали. Вот, очень красиво, очень зрелищно, когда огни поднимаются, дроны потом спускаются к рингу, вот это все показывает. Впечатлило меня, очень впечатлило. Мы зараз до цієї теми повернемося, але я перед цим, я, власне, скажу, що таким інформаційним приводом для нашої зустрічі був виступ на збірної на чемпіонаті Європи, збірної України з ММА, тобто, ну, аматорської відповідно збірної. Командою Україна здобула друге командне місце, і у нас 6 нагород із 7 можливих. Тут хороше питання було, я так його тримав на кінець, але все-таки зараз озвучу. Як ви думаєте, є питання від Антона? Успіх збірної на останньому чемпіонаті Європи – це заслуга наших спортсменів або слабкість
суперників. У мене часто в такій, ну от перша асоціація, коли я там побачив чемпіонат з Європи в Росії, Росія перша, Україна друга, у мене перша асоціація, ну просто так, знаєте, статистична така асоціація із самбо. Да, коли, от, наприклад, є такий вид спорту самбо, який розвивається тільки в певній частині, навіть не Європи, а ці одні шості, тут придуманий чи там придуманий, і там, де якби законодавці мод одні, а ми завжди на другій позиції. І я б розумію, що ММА не так зовсім розвивається, але така картинка вийшла. В цьому контексті питання, чи це наша перемога, чи це слабкість інших суперників? Ну, если кто наблюдал за ходом боев на соревнованиях чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, я не думаю, что у кого-то сложится мнение о том, что были слабые соперники. Слабых соперников там не было, давно уже нет слабых соперников. Соперники уже все сильные. Притом из года в год очень качественно повышается уровень всех поединков. Нет уже боев, в которых бы не было конкуренции. Все бои проходят трудно. Единственное, это доминирование пока России еще. Ну, у нас, мы немножко по-другому подходим к любительскому спорту, чем в России. Поэтому мы не делегируем на турнир профессионалов. Вот мы ни одного профессионала не выставили туда. А вы не выставили? Да, мы выставили реально ребят, которые победили на внутриукраинских соревнованиях. Ну и вот и результат. Даже при этом результате, даже при том, что это спортсмены не профессионалы, вот какие высокие результаты. Во всех весовых категориях мы проиграли только россиян. Ни одного спортсмена из других весовых категорий, других стран, ну, мы не споткнулись о них, мы всех прошли. А там вы так хочется сказать, что выставили профессионалов? Ну, если вот сказать таким языком, спортсмен, который занимается в клубе ЦСКА, Центральный спортивный клуб армии Российской Федерации, он кроме как занятием спорта не занимается ничем. Он профессионал, ну, или да, нет? Как радянские хоккеисты, да? Так, стипендия ли это, или он зарабатывает там на зарплате, это не принципиально. А наши ребята, помимо всего этого, где-то работают. Некоторые даже в шахтах работают, можете себе представить. То есть они где-то трудятся ежедневно, у них семьи, по два человека детей некоторых даже есть, можете себе представить, в таком молодом возрасте. Они реально зарабатывают деньги на жизнь себе и еще умудряются тренироваться, ездить на соревнования и показывать такие результаты. Розкажіть, можливо, тому що, на жаль, так я підозрюю, що не дуже багато народу стежило, якісь найяскравіші моменти і про найяскравіших персонажів наших, от кого би хотіли ви, знаєте, там виділити, про щось пару слів сказати про хлопців на час чемпіонату Європи. Наші ребята молодці в этот раз. Вы говорите о том, что не было, наверное, внимания к этому чемпионату большого. На самом деле рейтинг трансляции в интернете показывает о том, что внимание было очень большое. И отзывы на нашем сайте, на сайте MMA.org.ua, очень даже массово смотрели. Во-первых, качество картинки было чудесное в интернете, и можно было все нюансы разглядеть. Кого хочется отметить, ну, наверное, скорее всего, Влада Затерку. Он на таком высоком уровне провел поединок. Ну, будем говорить, его, он в полушаге находится у нас от чемпионства. Просто даже спортсмен, который с ним в финале дрался, он после этого зашел в раздевалку и сказал, ну, я давно такого боя не проводил с таким сопротивлением. Видно было даже по бою, что очень трудно далась ему победа. Очень трудно по очкам. То есть Влад молодец, это все отметили. Ну, скажу, что в принципе можно о всех ребятах сказать положительно. Тот же Денис Бондарь в 61 килограмм. Несмотря на то, он на самом деле весит в весовой категории 57 находится. То есть, а выступал в 61, а его спортсмен, соперник, он с 70 килограмм гонял вес. Поэтому тут немножечко вот из-за того, что нет просто весовой категории 57. У нас, да? Да. Мы вышли с предложением на следующий год внести эту весовую категорию
к нам в федерацию, чтобы она в мировой федерации была, соответственно, и мы этот вес у себя включим. И тогда, пожалуйста, вот прямая дорога на победу на этих мероприятиях. У него очень высокий потенциал. Нельзя не отметить и других ребят, и Микуцу Диму хорошо тоже выступил, ровно, уверенно. Также Иван Горлач, у него, он молодой очень парень, и у него бешеный потенциал. Физически очень развит, очень развит. Поработает над техникой, я думаю, у него очень светлое будущее в этом. Ще одне теж питання, таке в тему з приводу чемпіонату Європи, про перспективи, про подальші перспективи призерів чемпіонату Європи. Ну, по-перше, очевидно, не до цього, я просто нагадаю, що ще восени, в ММА восени відбуваються два турніри, два основних турніри, власне кажучи. Якщо там внутрішні турніри, ми маємо можливість розкидати з більшим проміжком між ними, да, для того, щоб було цікавіше для підготовки повноцінної, то в, на міжнародному рівні чемпіонат Європи і світу проходять достатньо близько. Ми зараз поговоримо і про чемпіонат світу також, але от, він зовсім скоро. І наскільки ця команда, яка їздила на чемпіонат Європи зараз в Пітер, наскільки вона може, готова буде готуватися до чемпіонату світу, чи це будуть інші, чи у нас така лавка, що ми можемо собі дозволити, лавка запасних, я маю на увазі, чи не запасних, на світ все-таки не запасні, що можемо дозволити собі інших людей. На сьогоднішній день ми маємо дві зборних. Сборная, которая присутствовала на чемпионате Европы, и сборная, которая готовится к чемпионату мира. В некоторых весах у нас линейка не просто большая, там по 7 кандидатов в сборную. На, в одной категории, да? В одной весовой категории. Поэтому есть спортсмены, которые достойно могут представить Украину, и они готовятся. Вот сейчас мы отобрали сборную на мир, и она, ну, не сейчас, а еще весной, и они вот несколько сборов проходят, готовятся все. Вот сейчас буквально на днях начнутся сборы подготовительные к чемпионату мира. То есть это совсем иначе? Совсем иначе, хлопцы. Хорошо. Тоді давайте відповідати на питання у користувача про подальші перспективи призерів чемпіонату Європи. Я не розумію, чи це йдеться про найближчий час, що вони будуть робити, чи про те, чи будуть вони переходити в профі і битися в профі поєдинках. Ну, хтось із ребят наверняка захоче і попробовать себя на профессиональном ринге, естественно, но было совещание у нас, и мы приняли такое решение о том, что, скорее всего, будет новая сетка и формула принятия участия спортсменами в сборной Украины. Ребята, которые будут участвовать в чемпионате Европы, это потенциальные кандидаты на чемпионат мира на следующий год. То есть мы смотрим, на каком уровне находят, как они выступили на чемпионате Европы. Соответственно, и начинаем готовить их к тому, чтобы они были на чемпионате мира в сборной от Украины. А новые победители на чемпионате Украины, на Кубке Украины, они будут делегированы в сборную Европы. И таким образом мы на ступеньку через год повышаем их уровень. Мы им предложили, я думаю, ребята очень, будем так сказать, загорелись и отнеслись к этому с интересом. Ну, не все, скорее всего, конечно, но многие поддержат, наверное, этот формат и вот таким образом перейдут в профессиональную ветку. Но та интрига, о которой мы говорим, суперкубок, это тоже путь в сборную на чемпионат мира. І наскільки я розумію, все-таки от з ваших слів, в нашій команді все-таки статус чемпіонату світу і можливість на чемпіонату світу, потрапити, вона залишається такою вагомою причиною і мотивацією залишатися в команді, да, не переходити. Тобто, знаєте, як чому запитую? Оскільки ММА не є в олімпійській програмі, на відміну від боксу, да, боксери живуть від олімпіади до олімпіади, засвітився на олімпіаді, виграв медаль чи не виграв медаль, але потрапив на очі промоутерам, і якби це такий трамплінчик для профікар'єри. У вас такого немає, тому я так розумію собі і думаю, що чемпіонат світу, очевидно, чи чемпіонат Європи, чи той турніри мають такий статус трамплінчика в профікар'єру. Але от ви говорите про те, що люди залишаються спеціально, щоб на чемпіонат світу виступити.
Ну, во-первых, не все чувствуют в себе желание на данном этапе дальше идти в профессиональную среду. Кто-то уже считает, что он готов и готов дальнейшему себя уже посвятить этому. А кто-то вот считает, что ему нужно достичь еще результатов именно в аматорском виде спорта, чтобы потом решить для себя, переходить на следующий этап в профессиональную или же просто вот остаться членом федерации и, может быть, тренерской работой заниматься, там, судейской или еще какой-то. Или продолжать участвовать в мероприятиях внутри Украины. Это выбор, наверное, каждого спортсмена. Но вам скажу, что достаточно молодой и динамичный вид спорта, и ребята каждый год растут очень быстро. И чемпионат Европы – это тоже этап. Они еще сами понимают, что они на каком уровне они находятся. Первых золотых медалей еще нет. Если бы они получили золотые медали, но в любом случае представительство спортсменов на чемпионате мира больше, чем на чемпионате Европы. Потому что там присутствуют коренные страны, где ММА более популярный, более мощный. В некоторых странах Европы он вообще запрещен. Вид спорта. Ну, это ввиду, наверное, ментальных каких-то, скорее всего, вопросов, чем специально каким-то образом его ограничивают. Как раз жаловались представители других стран европейских о том, что трудно им пробиваться, там вот они клубами существуют, там между собой взаимодействие, их не признают ни спорт, ничего такого. И вот поэтому ребята, которые победили на чемпионате Европы, ну, призеры, первое и второе место, естественно, они сразу получают звание мастер спорта международного класса. Ну, будем так говорить, это все равно только ступенька к следующему этапу. И попробовать себя со спортсменами другого уровня можно только на таких массовых мероприятиях, когда ты несколько спортсменов уровня такого же или выше себя прошел. Тогда можно понять, готов ли ты к каким-то более большим свершениям, высоким целям. От, до речі, про змагання. Скільки доречно, допустимо і зручно бійцю ММА, члену аматорської федерації, в рік виступати на змаганнях? Тобто два основних, два внутрішніх чемпіонати Європи, чемпіонат України, да, і Кубок України. Так, ну, відчуття, що таке чуть маловато, може, тому що хочеться більше, да? Чуть маловато. От скільки ще є ресурс у спортсменів виступати, скільки ще, тому що там, от, ну, наприклад, марафон можна бігти тільки два марафони на рік, решту часу готуватися. Профі-боксери там, ну, ті, що дуже дорого коштують, там 3-4 максимум поєдинки. Да? Ті, що недорого коштують, там можуть кожні два тижні битися. Що в вашому виді спорту? Скільки ще може спортсмен виступати? І скільки ви би хотіли бачити, яку кількість і рівень іще турнірів, якщо хочете збільшувати на українському рівні? Ну, от арифметика простая здесь, да, вот смотрите, отборочные мероприятия на чемпионате Украины, допустим, в весе там 12 человек, кто-то вылетает после первого круга, один раунд всего, это большой опыт. А готовишься с кем-то? Совершенно, опыт небольшой соревнования, да, поэтому, соответственно, он практически не потратил ту энергию и вот тот уровень, который он предполагал показать, он не смог его проявить. Поэтому, соответственно, нужно еще какие-то мероприятия. Мало. На самом деле, этих мероприятий мы в этом году приняли решение о том, чтобы расширить формат мероприятий и, будем так сказать, по географическому принципу разделили Украину просто на центр, восток, запад и юг. Потому что там близлежащие области, они сотрудничают между собой, и каждый хочет иметь у себя турнир такого уровня. Сами понимаете, да, вот если, сколько, 24 у нас регион, да, вот сейчас те, которые официально представляют, да, все остальные мы не говорим про них, хотя у нас спортсмены участвуют, просто мы их как бы сейчас... Они примыкают, в других областях живут и в других областях, от других областей выступают. 24 области и 22 турнира в году. Это 12 лет, чтобы у каждой области прошел такой турнир. Ну, да,
теннис. Очень, очень редко, да, наверное. Да. Поэтому вот вводим еще 4 турнира на следующий год по географическому принципу распределенных. Но они все в открытые кубки будут. Это будет кубок Запад, кубок Восток, кубок Юг, кубок Центр. Они все открытые. Могут все спортсмены Украины принимать в них участие. Просто территориально они будут проходить там, чтобы дать возможность местным представителям нашим проявить себя, продемонстрировать, привлечь на свою сторону новых членов федерации и себя заявить как мощная структура, которая действительно развивает вид спорта ММА. Вот таким образом мы решили поступить. Тем самым практически в три раза увеличили возможность принять участие в этих мероприятиях. То есть спортсмены, которые даже вылетели в первом круге, они еще 4 раза минимум могут дополнительно попробовать себя. Я думаю, в следующих мероприятиях они чего-то достигнут обязательно. А от скільки, повертаючись до ресурсу спортсмена, скільки може турнірів, ну я не кажу боїв, зрозуміло, що боїв багато на одному турнірі, скільки турнірів так от, не знаю, здоров'ям чи підготовкою не протипоказано? Це от нормально, це виходить 6 у нас, так? Да? Внутрішніх 6. Да, у нас же помимо всего этого происходит диспансеризация всех спортсменов. Они все стоят на контроле, все проходят регулярное медицинское обследование. И если спортсмен находится в каком-то состоянии, которое не позволяет ему участвовать в мероприятии, его не допустят. Плюс тренер, обязанность которого следить именно за состоянием спортсмена, он тоже не допустит его на мероприятие. Поэтому, как правило, здесь много ограничивающих факторов, которые не позволяют перейти эту грань. Четкой регламентации нет. Почему? Я вам сказал, потому что арифметика есть. Один прошел 5 поединков, а один, ну, да. один с одним раундом. Поэтому считать его участником мероприятия с одним раундом как бы не совершенно ну, неправильно с тем, кто прошел 5 поединков и в конце финальный поединок 2 раунда по 5 минут. При том. Это совсем другого стоит, будем так говорить. Да. Давайте про чемпионат света. Він відбудеться в Китаї, туди поїде інша команда, ніж на чемпіонат Європи. Чого чекати? Хто із суперників додається, чи по країнах, чи, можливо, там особисто згадаєте, хто буде нам, може нам заважати, чи скласти конкуренцію, цікавіше зробити турнір? Що буде на чемпіонаті світу? Наскільки він і за класом своїм, до речі, наскільки він відрізняється? Ну, отличается, я думаю, радикально, во-первых, количеством участников. На предыдущем чемпионате мира было 40 с чем-то стран. Он проходил в Праге в прошлом году, а в этом году, я думаю, представительство расширится еще на десяток, как минимум, представителей. Там все такие, будем говорить, коренные страны, которые участвуют именно в этом виде. Там будет Бразилия, американцы будут. Китай сейчас очень на высоком подъеме. Наши ребята регулярно по профессиональной линии едут, выступают туда. В прошлом году казахи показали очень высокий уровень. Вот они, я думаю, с россиянами будут одними из наших главных соперников. Немцы в этом году на чемпионате Европы сильно выступили. Я думаю, они поедут и на мир. Азербайджанцы. Ну, всех перечислить невозможно. Практически во всех странах есть серьезные соперники, с которыми придется очень трудно. Очень трудно. И вот этот чемпионат, по сравнению с предыдущими всеми чемпионатами, которые проходили, я думаю, будет самый серьезный, самый представительный и самый трудный для нашей сборной. Если говорить о ребятах, которые способны победить, они все способны победить. Все готовятся, все способны. Второй вопрос. Каким образом будет жеребьевка проходить? Там много нюансов. Как мы адаптируемся после перелета такого большого? Ну, естественно, подготовительная часть, вот сейчас вот сборы, которые будут выходить на максимальный пик спортсменов, как и эта подготовка пройдет. Но я скажу, что у всех есть потенциал. Я бы отметил, наверное, Идриса Гизалова. Ну, он даже внешне себя выглядит так, что этот посмотришь на этого человека и скажет, он должен быть чемпионом. Я думаю, если вы будете следить за поединками, вы сразу отметите это.
коли готуються збірні з олімпійських видів спорту, до у нас дуже зараз актуальна була тема і до Олімпіади, особливо після Олімпіади, про підготовку, про створення умов для підготовки і про фінансування. Вічна історія, але вона, ну, без неї ніяк, і вона якби цікава. Якщо федерація визнана міністерством, я так собі за такою логікою такої бюрократичного нашої системи існування спорту, то на цю, на цей вид спорту, на національну збірну і на виступи національної збірної на офіційних турнірах, очевидно, мають виділятися якісь кошти на підготовку і на виступи. Дуже багато неолімпійських видів спорту, наскільки я знаю, не всі якби говорять про це, але дехто говорить. Дуже багато неолімпійських видів спорту скаржаться на те, що їм не виділяють достатньо грошей. Ну, у відповідь міністерство говорить про те, що, мовляв, шукайте самі, наприклад, да? Шукайте самі, і ми вам статус дали, а ви, значить, користуйтесь цим статусом, самі шукайте. Не знаю, де істина. Очевидно, десь посередині, або, можливо, ви скажете, де вона. Але розкажіть, будь ласка, яка у вас в цьому полі ситуація? Наскільки вас, що вам, чи допомогло вам з фінансової точки зору визнання офіційне? І як, чи готується, як там олімпійські збірні, збірна з ММА за бюджетні кошти, чи за небюджетні? Ну, звісно, те федерации, которые имеют национальный статус, а мы имеем еще и национальный статус федерации, помимо признания вида спорта, те получают государственные, федерации получают государственное финансирование. Второй вопрос, что это за финансирование? Ну, в этом году вот нам выделили аж целых 200 тысяч. Ну, если посчитать билет один в Китай, да. 30 тысяч гривен. То сами понимаете, а это 7 спортсменов плюс один хотя бы тренер, это уже 8 человек, то есть понимаете, да, уже не хватает этих денег. Плюс сборы подготовительные, чемпионат Европы вообще не входит в эту категорию финансирования, плюс все мероприятия внутри украинские, то есть, ну, понятно, что денег ни на что не хватает этих. Естественно, мы обращаемся к набайдужим людям, которые помогают нам, участвуют. Кто чем может. Вот просим помочь, может быть, один спортсмен этого, там, профессиональный, другой этого. Они, спортсмены в своих регионах сами тоже занимаются этой работой, их тренера, чтобы помочь, выехать, показать. Ну, люди, которые болеют, которым нравится этот вид спорта. Ну, вот у меня была беседа с депутатами, и я задал прямой вопрос. Вот 54 национальных федерации в Украине. Из них большая часть это олимпийские федерации. Ну, да. Я думаю, что там за 30, наверное, их в двух летних и зимних видах спорта, да? И вот эта маленькая часть, не олимпийский вид спорта, федерация, их там, ну, 20, если дай бог, наберется, в лучшем случае. Ну, вот, национальный. Национальный статус. Спорта, какие мают национальный статус? Да. 1 миллион гривен в год на 20 федераций с национальным статусом. Это много для страны Украина? Для популяризации спорта, который вызнан державою. Он говорит, это вообще, в принципе, смешно даже говорить об этом. Я говорю, так может быть вы поднимете этот вопрос? Мы не просим много, нам нужно коренные мероприятия, которые в календаре есть, провести на достойном уровне, чтобы показать ребятам, спортсменам, тренерам о том, что мы есть, мы большие, мы серьезно все это делаем. А не в рамках того, насколько мы соберем денег и можем себе позволить там то или иное, тот или иной зал, тот или иной свет, тот или иной ринг, амуницию и прочее, прочее. Хотелось бы, чтобы это было красиво, и тогда это будет показывать действительно и лицо нашего спорта, и привлекать в этот спорт новых участников, спортсменов. Они будут понимать, что вот, это серьезный вид спорта, он представлен на уровне, с таким же уровнем, как и олимпийские виды. И солидно выглядят. И солидно выглядят, да. Ну, и вот вы сказали, мы поднимете вы это питание, вам что сказали? Нет, они сказали, что мы, в принципе, готовы при обсуждении в Верховной Раде этот вопрос, понять этот вопрос. Я вот сейчас, я им напоминаю регулярно их обещания, вот, надеюсь все-таки, что каким-то образом, да, в державе сейчас сложно с деньгами совсем, но если
не обращать внимания это годами, то все закончится просто-напросто. Энтузиазм – это вещь не вечная. Это лишь только то, что дает импульс, и потом нужно это привести какие-то обычные стандарты, социальные рамки, когда это будет нести ту функцию, которую и положено федерации нести. Это организовывать, привлекать, но не платить за всякие, за все, за приезд судей, за это все дорого достаточно, и трудно федерациям это поддерживать. Некоторые федерации, конечно, получают больше финансирования, чем мы, не олимпийские даже. Ну, наверное, в ряд обстоятельств, что они уже давно существуют и имеют какое-то влияние. Ну, вот мы сейчас попробуем тоже попытаться понять этот механизм и каким-то образом, показав результаты на международных соревнованиях, привлечь все внимание и сказать, вот флаг Украины там постоянно на призовых позициях. Реагируйте, поддерживайте нас. Вам, до речі, не здається, так минула думка, що вам буде дуже достатньо складно добиратися до ось цього розподілу фінансового і до власне до того, щоб вибити гроші, через те, що є такий парадигма така. От ММА – це профіки, вони б'ються за гроші. Зразу спадає на думку те, з чого починалося ММА – це UFC за великим рахунком. Да, де гроші, де зірки. І вони тут можуть, ну, розумієте, да, історію про те, що от, це там умовно там просто так, не знаю, підводне плавання, да, от підводне ж плавання собі саме не заробить, от, а ММА от може там якимись проводити бої, умовно, бої за гроші заробити собі. Це я такий, це трошки, може, маршруткову таку логіку застосовую, але підозрюю, що вона у багатьох також присутня, коли там думати будуть про ваше питання. Ну, ми цей стереотип вже практично зламали. Це було буквально в перший рік після признання видом спорту. На самом деле так і говорили. От не хочеться произносити слова, яким нас видом спорту називали, щоб не в головах це опять не повторялось. Да, да, да. Ми вид смішаних єдиноборств, який об'єднує в себе разные виды техник из разных видов единоборств. Практически все приемы, которые допущены в любых видах борьбы, и все виды ударной техники из бокса, из кикбоксинга, из джиу-джитсу, ну и с остальных ударных видов спорта. Поэтому смешение, вот эта вот комбинаторность этого вида спорта, это и как раз универсальность такая, которая и показывает, почему он динамичный такой, почему зрелищный. Был опыт лично у меня проведения еженедельно турниров в прямом эфире в Харьковской области. Два, даже три года. Каждую неделю, начиная с октября по апрель, мы показывали поединки. Мы с Федерацией тайского бокса это делали и показывали поединки и тайского бокса, и ММА. Я вам скажу, через полгода популярность ММА такая стала, что во время поединка все зрители наши поединки смотрели только стоя. Вот не хочу ничего сказать про другие мероприятия, но наши были самые зрелищные. Мы показали отличие нашего вида спорта принципиально. Нам дало очень, очень большой импульс это. И ребята, которые участвовали в этих мероприятиях, сегодня вот они имеют профессиональные пояса. В той же Чечне победили дагестанцев, чеченцев. Очень уважаемые ребята. Среди них мы имеем призеров Европы, призеров мира. Они так быстро вот динамизировали, вот буквально в прямом эфире каждый день. И зрелищность, и привлекательность нашего вида спорта возникает тогда, когда его смотрят, видят. И на сегодняшний день эта грань между какими-то вот непонятными драками, да, она уже стерта, нет такого. Все видят, что четко регламентированные поединки, нету ни грязи никакой, судейство четкое и травмирное. Слава Богу, мы этот уровень подняли очень высоко. Судьи, рефери следят, медицинский персонал очень внимательно и ограничиваем любые травматические ситуации. Естественно, они бывают иногда, но количество их радикально изменилось.
Поэтому никто нас уже не ассоциирует с какими-то уличными драками. Все уже знают, что это вид спорта. Второй вопрос. Ревностное отношение какое-то, может, одни к другим, там, потому что есть свои сферы, может, какие-то отношения, сложившиеся с другими федерациями, где мы раньше не участвовали. Может быть, такое. Не знаю. А кто ревнует? Не знаю, я просто говорю, это мое предположение. Ага, на самом деле, скорее всего, мы тот же путь пройдем и добьемся внимания к себе так же, как и по отношению к другим федерациям, своими достижениями, ну и, естественно, своим участием, влиянием во всех этих процессах. Ви говорили про те, що ММА в деяких країнах Європи заборонено як вид спорту. А у нас також недавно була інформація, буквально, що у Франції, здається, да, теж виявили бажання заборонити вид спорту. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше про це. По-перше, чому, які аргументи у тих, хто забороняє, і чи при цьому... Я собі розумію і підозрюю, що я маю рацію, якщо спорт визнається державою, значить виконуються певні норми, і в тому числі норми ті, що охороняють і захищають здоров'я бійців. Якщо це аргумент для тих, хто там проти ММА і забороняє, то очевидно, їм можна просто показати документ, сказати: народ, подивіться, от у нас документи, у нас все, ми виконуємо ці приписи, виконуємо весь цей регламент, все окей. Чому забороняють? Ну, в бесіді з нашими європейськими колегами, от я услышав таку мисль, от, наверное, і наложив її на своє восприятие. Ви ж видите, в олімпійських видах популяризующих спорт, да, сколько появилось, ну, будем сказать, нетрадиционных, так сказать, видов спорта. Вот тот же кёрлинг, да, mm-hmm. вот, сами понимаете, как-то, наверное, не очень близок ментально к Украине этот вид спорта, а он в олимпийском виде. Mm-hmm. И люди, которые находятся в олимпийском комитете, это в основной массе своей это не единоборцы. Кто принимает решения, национальные олимпийские комитеты, МОК, там в основном люди, которые не из единоборств. Наше представительство там очень маленькое, боксеры, борцы, не такое значительное влияние имеют. И поэтому вот они больше всего, и там ментальность людей, вот сейчас вы видите, да, Европа такая, она более толерантная, лояльная, да, вот они не хотят агрессивные виды спорта, как они считают, пропагандировать. Хотя, по моему мнению, это наоборот, место, всегда люди есть с высоким уровнем агрессии. И для них должно быть существовать место, где они себя могут реализовать. Это спорт. Это спорт и единоборство. Совершенно верно. Я по себе помню, занятие спортом настолько умиротворяло, что даже где какие-то происходили, ну, на улице какие-то хулиганские действия, не кидался никто в драку туда. Просто вежливо, культурно объяснял, что так поступать нельзя. Потому что уровень агрессии уже низкий. Можно было бы применить что-то, какие-то навыки, но хватало спокойствия и равновешенности для того, чтобы объяснить, что так делать нельзя. Это нехорошо. Поэтому этих людей лучше всего иметь в спортзалах. Давать им возможность себя проявлять. Мало того, это амбициозные, как правило, люди. И вот мы видим, да, постоянно происходят какие-то в Европе сейчас всплески каких-то вот агрессивных действий. Если бы они были по спортзалам, под контролем федерации находились и управлялись бы государством, я думаю, меньше было бы этих ситуаций. Намного бы меньше было. И тогда и вид спорта тогда бы имел свою бы нишу. Там же французских единоборств достаточно там. Поэтому саньда там, что у них там еще такое, что-то вот. Ну да, у них свои какие-то. Есть такие, да, французский бокс. Этот, ну, там есть свои виды единоборств. Если они решили тем самым, отказавшись от единоборств, понизить градус вот этих людей, да, они его не понизят никак, они просто выведут на улицу, скорее всего, выплеснется там. Ну, у мене наступне було питання про те, знову-таки була інформація про те, що Міжнародна федерація ММА заявляла наміри проситися в олімпійську програму. Але я так розумію, що якщо ви кажете, що лобі єдиноборств в олімпійському руці не дуже сильне, то перспектива це така, просто задекларувати більше було, да? Марно.
Но на самом деле не такой немножко путь. Угу. Войти в олимпийскую программу – это, будем сказать, перспектива очень далекая. Угу. На самом деле нужно попасть в ГАИ, зарегистрировать себя как не олимпийский вид спорта, угу. признанный Олимпийским комитетом. И тогда государство, которое является членом МОК, да, официально... В них люди, которые хотят заниматься видом спорта, получат поддержку вот ту, которая не будет им запрещать что-то. Они будут официально разрешены везде, по всему миру. Вот чего мы добиваемся. Нам тоже нужна конкурентная среда. Угу. Мы все работаем, кстати, на эту основную идею с нашими коллегами по миру. Постоянно обмениваемся, постоянно готовим документы. Угу. И ведем эту работу очень интенсивно. На следующий год вот, будем пытаться подать... документы на признание все-таки ГАИС о том, что мы есть, существуем, и нельзя отказываться от такого массового движения, нельзя закрывать на него глаза. Поэтому я думаю, этот путь все равно в любом случае пройдем. В олимпийский вид, конечно, вы же заметили, да, единоборство не добавляют, наверное, со времен... Тэквондо. Да, тэквондо больше... Зараз ушубу, да. Да, ну это больше всего уже такое... Показовье, да. Будем так сказать, больше искусство, угу. чем вид спорта, в моем понимании, потому что соревнования относили, это как вот в танцах соревнования, угу. да, вот там же тоже были соревнования, угу. на самом деле это соревнования в виде искусства. Угу. Ну, наверное, в мире, может быть, такая тенденция есть, и спрос на это. В основном-то в своем обывателе-то хотят видеть что-то красивое и заниматься тем, что им доступно. Единоборство – это контактный вид спорта, достаточно жесткий. Не каждый хочет своего ребенка туда отдать. Поэтому, но ниша своя есть, потому что даже гормонально люди все отличаются друг от друга. Поэтому нельзя никого заставить, никому запретом понизить уровень его... Тестостерона, да? Совершенно верно. Ну и останнє тоді питання, але з попередньою темою також пов'язане. Аматорський ММА вид молодий, як ми вже з вами з'ясували, а молодий вид, особливо під такі наміри, як бути визнаним в АСФ або бути визнаним там в Олімпійському русі, він так постійно змінює, трансформує правила, прилаштовує правила. От скажіть, чи є така у вас така історія, чи правила ММА уже все в залізно-бетоні сформовані і все, як там навіть у боксі змінюється час від часу, да, якісь там шоломи, умовно кажучи, зняли. Чи правила в ММА залізно-бетонні, чи якісь будуть такі глобальні зміни, і якщо будуть, то які саме, в яких моментах, в яких техніках? Ну, давайте даже оглянемся на другие виды борьбы. У них постоянно идет изменение правил mm-hmm. тоже. Потому что они понимают, что время идет. Им нужно тоже популяризировать себя. Поэтому они постоянно динамизируют, изменяются. Это канонические виды, которые существуют mm-hmm. с первой Олимпиады. Да, ведь раньше. С первой Олимпиады. Это то, что было да. еще во времена Рима. Поэтому... Сказать, что у нас железобетон, что он, конечно, нет. Молодой вид спорта выкристаллизовывает только свои правила, свои понимания о том, каким он должен быть. Это, думаю, будет происходить. Основное изменение еще будет происходить, наверное, лет 5-7-10. Потом будут небольшие изменения проходить, но 5-7 будут радикальные изменения проходить. Потому что спортсмены, тренера выходят на другой совсем уровень уже. Вот, представьте себе, ребята, которые сейчас тренируют, у них базовый спорт не был ММА. Они или из дзюдо, или из боевой самбо, или из самбо. Кто-то из бокса пришел в тренера наши, в единоборство ММА. Соответственно, подготовка и методическая база у них совершенно другая. Они ее нарабатывают сейчас, обмениваясь с опытом. А вот те ребята, которых они тренируют, и которые потом будут тренерами, они уже спортсмены ММА. И у них базовая дисциплина будет уже ММА. Вот когда два поколения сменятся, тогда установятся, я думаю, уже более-менее жесткие фундаментальные основы ММА.
Ну, это моє видение такое. Я, в принципі, згоден з вами, так завжди буває. Але от розкажіть, може, якісь деталі, якісь приклади, в чому зараз, в яких частинах там правил відбуваються зміни, да? Яких нюансах? Що потрібно, на ваш погляд, змінювати, покращувати в самому виді спорту? Мы осторожно к этому подходим сейчас. Uh-huh. Во-первых, мы идем в русле международных правил. Uh-huh. Есть международная организация, uh-huh. и мы в русле этих международных правил идем. Там достаточно консервативно все очень, и любые изменения, даже введение новой весовой категории, uh-huh. требуют определенной процедуры. Поэтому мы то, что происходит там, естественно, потом подстраиваем, адаптируем себя. Наши правила Украинской Федерации все-таки имеют отличие от мировой, в любом случае. Есть свой менталитет какой-то, перед этим был наработан. Ребята из другого поля спорта в смешанные единоборства пришли. Допустим, если в России там Дагестан доминирует, и их вид борьбы основной, которым Дагестан занимается, там своя ментальность подхода. У нас это спортсмены более широкого спектра. Из других видов единоборств, из большего количества единоборств привлечены, и в процентном соотношении тоже. Поэтому правила немножечко наши отличаются. Допустим, у нас дети вот раньше могут заниматься с 10 лет, угу. но с большими ограничениями, естественно. Вот если тот скандал вспомнить в ближайшее время, это и экипировка защитная обязательно, это и ограничения по болевым приемам и по ударной технике. Поэтому риск травмироваться у нас практически нулевой у детей. Он не больше, а ввиду защитной экипировки даже ниже, чем у другого вида борьбы. Угу. И там перчатки совершенно... Там все другое у детей. И поэтому в этом плане... А у россиян, допустим, там с 12 лет только можно. А скандал, вы же знаете, да, вот какой произошел. Ну, это их, наверное, скорее всего, они там знают, почему у них так, почему так должно. Мы не знаем, что у них в правилах конкретно, но мы знаем, что в правилах у нас. И жестко соответствуем этим правилам, и регулярно проходят и семинары судейские, и по детским, и по взрослым украинские. Тоже. Украинские, да, регулярно аттестовываем судей. И перед соревнованиями, и на соревнованиях постоянно супервайзер следит за исполнением этих положений. Это главная задача. Я как президент ставлю это основной темой проведения мероприятий и подготовка судейского персонала. Иначе же будет... Вот почему я сказал, что уровень травмирования на порядок понизили просто-напросто. Як, до речі, ви до цього скандалу? І у нас взагалі як поставились до цієї історії з цим боєм? Ну, будем так говорить. Наверное, скорее всего, поняли, что это, скорее всего, наверное, какие-то, больше всего, наверное, локальные вопросы. Я не думаю, что массово происходит нарушение каких-то правил, еще чего-то. Я думаю, что тут просто сама телевизионная картинка обратила внимание. А функционеры там недолжным образом отреагировали на этом. В виде замечания организаторам, а не действиями. Не зупинили насколько... вчасно слово. Я думаю, що нужно було просто наказати судейський персонал или представителя в тому регіоні за те, що він не сделал не провел ті мероприятия, які би способствовали устранити ці нарушення. А публічно виступати, просто осуждать что-то, имея полномочия регулировать, наверное, неправильно. Допустим, я как президент, увидев здесь что-то не так, в первую очередь, наверное, бы подействовал на тех, кто этим занимается, и кого-то наказал жестко, кого-то отстранил, кому-то запретил в нашей федерации этим заниматься, если это было бы радикально. Ну, скорее всего, нет, скорее всего, мы просто бы... У нас, в принципе, такое и вряд ли может быть. Потому что, как обычно, из головной организации на все мероприятия делегируется специалист, который следит именно за этими правилами жестко. Поэтому, скорее всего... Такого не може бути просто написано. Ну, останнє таке питання вже більше може для посмішки. Хоча я думаю, що вам відоме ім'я, наприклад, Ронда Роузі. Я так розумію, що в аматорському ММА поки що до залучення жінок іще не дійшло на такому високому рівні. Що ви думаєте? Чи має місце? І має ли місце бути жіночі бої в ММА в аматорському? Ні. То, щоб має бути, а є. Uh-huh.
на Кубке Украины в Луцку. А, там было еще. Уже такое было. Четыре поединка среди женщин уже прошли там. И как народ сприймає? С интересом. Конечно, девочки еще не на высоком уровне выступают, но вы можете себе представить, красивая и стройная девушка выходит, ей одевает шлем, видит красивый, а потом начинает она показывать приемы, которыми владеют мужчины, спортсмены, и не владеют обычные мужчины. Это по меньшей мере, наверное, останавливает и заставляет задуматься, а кто же я? Зрители, которые в этом центре были, где мы проводили мероприятие, вот они на трибунах стали и с замиранием смотрели на эти поединки. Очень, я вам скажу, конечно, если мастерство повысить, то зрелищно будет. Я, конечно, бы еще бы, наверное, в женском разделе, может, некоторые ограничения бы ввел еще дополнительно, чтобы это не выглядело, не эстетично, будем так говорить. Все-таки девочки, они должны показывать красоту больше всего. Не нокаутирующие какие-то, наверное, скорее всего, а больше красивые, наверное, приемы, технику. Да. Ну, физика должна быть, но в большинстве своем должна быть красота именно. Вот это мое личное мнение. Потому что в боксе я вот как-то вот не очень воспринимал женский бокс всегда. Трудно было. ММА больше перспектив, девчата. По крайней мере, вот на этом этапе пока мне не кажется он таким злым. Вот не кажется. Поэтому, чтобы он, наверное, таким не стал, надо принять меры заранее и сделать, чтобы он был таким добрым, красивым и раздражал мужчин, которые не занимаются спортом. На цій оптимістичній ноті про добрий ММА від дівчат. Я дуже дякую нашому співрозмовнику, президенту Федерації ММА змішаних єдиноборств, аматорської федерації змішаних єдиноборств України Олегу Рожковичу за цікаву достатню бесіду. Дуже будемо уважно стежити за новинами з Китаю, за чемпіонатом світу, який відбудеться наприкінці листопада 2016 року, і сподіваємося на чергові інформаційні приводи, насправді, після Китаю. Сподіваюся, що вони будуть. Дякую вам, пане Олеже. Спасибо. Дякую, що були з нами. На все добре. До побачення.